Дорогие друзья, сейчас мы попробуем подобраться к морю поближе. Идет вот наша банда. Тут песик какой-то. Надо побыть на Балтийском море и обязательно потрогать водичку. Мистер Кот отупляется почему-то. Кот! Ты никак хочешь потрогать балтийскую водичку? Конечно, нифига себе, я с ней даже разговаривать. Да? Я бы тоже хотел бы потрогать. Вообще, очень холодно на самом деле, я уже потрогал. Ну-ка, да мы очень довольны. Сейчас волна идет, и я думаю... Я уже рассказываю вообще. Вот здесь вот, да, вот видите вот эти вот виды, да, меня. Вот эти, это да? Это волнорезы. Волнорезы это еще с немцев оставлены. А еще они из дуба, что ли? Они вообще, хер знает из чего, они по всему побережью, видите, вот так вот. Это что, действительно, да? Да? Немцы делают. Охренеть. А, вон волнорезы, видел. А вон на самый дорогой был ресторан. Вот там, да? На самом деле, знаешь, чем помогает? Охренеть. Немцы в свое время, конечно, сделали... Сделали и до сих пор стоит, представляешь, великолепно. Да я просто охлаюсь, честно. А русский тут когда пришел делать? Русский только умеет убивать. Там не пиздить. Да. Копейки собирают.